Привет всем, это канал Кинописьма, ставьте лайк, поехали. 38-летняя певица Ирина Дубцова дала интервью, в котором рассказала о своем отношении к алкоголю. Артистка отметила, что раньше она пила, как все, по случаю, а последние 3 года и вовсе отказалась от спиртного, даже на новогодние праздники. Когда Дубцова говорила о том, что у нее не бывает таких состояний, как депрессия, и ей не хочется заливать печаль спиртным, она сказала фразу, ставшую поводом для серьезной критики зрителями. «Не вижу ни смысла, ни вкуса, ни желания. Это не избавляет от депрессии. Мне слово «депрессия» неведомо. Я не знаю, что это такое. Я занятой человек. Помимо алкоголя есть масса других способов расслабиться. Секс, спорт, общение с друзьями, в отпуск съездить», — говорила певица в шоу «Алена Блин». Пользователей так возмутила эта фраза, которую они оформили как «депрессия удел бездельников», что Дубцову разнесли в комментариях. Зрители напомнили певице, что и она сама когда-то лежала в клинике неврозов. В 2010 году Ирину Дубцову госпитализировали в специализированную клиническую больницу номер 8 имени Соловьева в Москве, где она месяц восстанавливалась после нервного срыва. Как сообщали в окружении артистки, до такого состояния ее довели разборки с бывшей женой, на тот момент ее возлюбленного бизнесмена Тиграна Мальянса. У певицы обычный невроз, затянувшаяся депрессия. На приемах психолога удалось выяснить, что постоянное состояние стресса вызвано угрозами со стороны бывшей жены мужчины, с которым живет Ирина. Цитировала издание Life News свой источник из больницы. Поэтому пользователи и возмутились, что сейчас Дубцова обесценила депрессию как психологическую проблему. Напишите в комментариях, а как вы считаете, депрессия удел бездельников или нет? Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.